Ежедневно десятки устюжан посещают здание отдела ГИБДД. Многие из них приходят для того, чтобы получить новые номера, поставить или снять с учета автомобиль. Иногда образуется очередь. Во время пандемии это может быть опасно, поэтому полицейские решили создать альтернативу живой очереди. Записаться на услугу по регистрации транспортного средства либо замену и выдачу водительского удостоверения можно будет через сайт госуслуг. Вот. При этом вы запишетесь на удобное для вас время, и в этом случае еще вам предоставляется скидка по оплате госпошлины в размере 30%. Некоторые водители уже успели воспользоваться преимуществами предварительной записи. Устюжанин Виталий Белых воспользовался госуслугами и сегодня пришел к назначенному времени регистрировать свой автомобиль. Через телефон прямо записался из дома, причем в выходные. В любое время удобно, на какое надо, то и приехал. Тут тоже, думаю, долго не займет, минут 10-15. Все. Права также менял через госуслуги, тоже со скидкой. Если же зарегистрироваться через госуслуги не получилось, записаться в очередь можно по телефону 244-98. Так же, как и на госуслугах, у вас будет возможность записаться к определенному времени. Не будет только скидки для оплаты госпошлины. Наталья Ивашевская, Максим Тятов, телеканал «Русский Север».